Всем привет. У меня тут перестановочка небольшая. Вот, надо включить Skyline. И потом вот так. Там еще на верхней полке стоят, но я на верхнюю полку подсветку не делал. Вот. Убрал я всякие модели, с которыми я ничего не делал. Так просто стояли, чтобы про них знать, что они есть. Вот. Газель это, не знаю, вроде автотайм. Вот, тут просто снизу газель написано, логотип газовский. Вот. Одна была бэушная такси желтая, а вторая была типа ТВ-новости. Вот. Тут я отпилил от одной, пристыковал к другой, короче, потом еще одну пристыковал. Вот, а от этой осталась вот так и задняя часть. Может быть, потом какую-нибудь такую сделаю. Вот. Также тут от диагостини 1 к 43. Mercedes SLR использовано. Потом я еще раз пилил вот крышу вдоль и нарастил, чтобы она шире стала. Тут задняя лучше будет видно. Вот насколько она стала шире. В принципе, тут не очень намного. Вот. Ну, просто проблема в том, что газели все высокие, узкие, в поворотах опрокидываются, там при авариях, боковых ударах тоже. Вот. Также я тут еще окно полностью пропилил, дверь выпилил, сделал ее открывающейся. Вот. С этой стороны полностью выпилил. Вот такое окно будет большое. Она будет это. Тут еще наращу. Будет вот так вот. Примерно. Потом еще вот тут вот дверь будет, ну как, прямоугольная внизу, короче. Колеса, не знаю, либо вот такие вот колеса от газели, которые были, вот, либо от полуторки. Такой вариант. Они, конечно, побольше диаметром. Вот. Может быть, их поставлю. Вообще хотелось бы, чтобы сзади было три оси, но не знаю, посмотрим, как пойдет. Может быть, не буду эти колеса использовать. Будут вот родные колеса использованы. Так, вроде все рассказал. Ну, двери открываться будут. Хочу внутри еще салон сделать. Тут я еще вверх наращу. Вот. Ну, будет как скорая, как они высокие такие. Вот. Ну, тут также вот от газели предел. Родные вот эти вот, получается, расширил радиаторную решетку. Радиаторная решетка, вот она должна быть, но стала, будет подлинней. Вот. Вот Mercedes, вот часть тоже разрезал его. И нижняя часть тоже от Mercedes. Вот я еще давно эту нижнюю часть, ну, облез передний. Передний бампер хотел на какую-то тачку поставить, но так дело не дошло. Может, надел вот этот синий тягач. Вот. На него хотел. Вот пока все так выглядит. Тут, кстати, у газели вот от фары такая полоска шла на капоте. Вот она идет. Тут я так совместил, она переходит вот в родную мерседесовскую на SLR. То, что было на капоте. Вот. Возможно, сзади от SLR фары куда-нибудь приделаю, потому что что им пропадать. А может, на какой-нибудь другой проект пойдут.
Вот. Ну, пока такая первая часть. Всем спасибо за просмотр. Пока.